Он отметил, что этот праздник особенный, и сила России и Кубани в единстве. День России – особый праздник, потому что с каждым годом мы все сильнее понимаем, как много Россия значит для нас. И как много мы значим для России. Россия – это там, где наша история, где наша родословная. Есть строчки одной песни. Я, ты, он, она, вместе целая страна. И на самом деле страна будет целой, если вместе будем он и она, я и ты. Только тогда, когда мы будем едины, когда мы будем вместе, мы можем построить процветающую Кубань и сильную Россию. Молодые граждане России, которым исполнилось 14 лет, из рук губернатора получили свой первый взрослый документ – паспорт.